Всем здравствуйте! Сейчас у меня в лоджии стоит вот таких вот 4 странных предмета. На самом деле это ведра разного калибра, разного объема, которые накрыты пластиковыми кульками. Таким вот образом я делаю зеленое черенкование некоторых растений. Вот в этих ведрах у меня находится шелковица. Сейчас вам покажу. Вот здесь у меня шелковица черенкуется. Обычное ведро, кстати, из-под краски взял. В стаканчиках стоит шелковица. Накрываю. Здесь тоже шелковица. А вот здесь у меня находится канадская ирга. Вот в таком вот состоянии. Здесь у меня 7 стаканчиков. Иргу я еще не черенковал. И вот в этом ведерышке находится у меня жимолость. Тоже никогда не пробовал черенковать жимолость. Ну, вот так вот она выглядит. Сегодня ее только заложил. Как и делаю зеленое черенкование в домашних условиях, грубо говоря, на балконе, я уже снимал видео. Кому интересно, сейчас в конце появятся где-то вот здесь ссылки на ролики, которые я снимал, по-моему, в прошлом году, может быть, позапрошлом. Там я все подробно рассказал. В этом году у меня стоит самая главная задача. Мне нужно уже окончательно как бы отточить технологию, чтобы потом ее уже практиковать в широких масштабах. Пока что я учусь. Учусь или второй, или третий год. Но мне кажется, что у меня уже за плечами достаточное количество сделанных ошибок. И в этом году должен будет получиться максимальный результат. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому, кому интересно зеленое черенкование, смотрите видео. Больше мне как бы к этому добавить нечего. Я думаю, что в конце уже, буквально через месяца два, можно будет смотреть уже какой-то результат промежуточный. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.